Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Ролик». На пленку снимается ролик. Герой кино, маленький кролик. Снимает с ним боевик. Он не молодой старик. Речь в нем идет о жизни при строгом, нелегком режиме. И главный герой в фильме я. А тема «Судьба моя». Закончены съемки, премьера, а я до сих пор не верю, что в фильме снимался такой обыкновенный герой. Спасибо. Смотрите мои ролики, заходите на мой канал, подписывайтесь. До встречи, дамы и господа. Обещаю вас не разочаровать.